Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Huawei P50 Pocket отключить простой режим или же режим для пожилых. Для этого нужно перейти в настройки. Переходим в настройки, здесь проходим в самый-самый низ, почти в самый низ. Тут у нас есть специальные возможности. Нажимаем и видим режим для пожилых, который нужно просто выключить. На этом все, теперь наш телефон вернулся к исходному своему положению. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть вас снова.